Перевод Куценко. Закадровый текст читал «Да, ты нет». Клара? Пожалуйста, Клара. Они поместили дьявола в меня. Привет, Наталья. Привет, Лукас. Ты вернулся? Я вернулся, потому что скучал по тебе. Ну, а теперь ты уйдешь. Я никуда не собираюсь уходить. Почему ты так на меня смотришь? Я больше для тебя не свет? Успокойся, Лукас. Говори. Я больше... Для тебя не свет, да? Возьми. Это защитит тебя, пока ты не вернешься. До свидания, Наталья. Мать-настоятельница тебя ищет. Мне сообщили, что твои родители попали в аварию. Тебя разыскивали 2 дня. В аварию? Твоя мать погибла. Больше подробной информации нет. Я сочувствую тебе. Как будешь готова, можешь собираться. Настоятельница, я не хочу уезжать. Наталья, тут тебе не убежище. Мы будем молиться за них и за тебя.
Люциферина. Анхела! А где Анхела? Я Маура, ее парень. А она где? Уехала в похоронное бюро, чтобы позаботиться о пепле своей матери. А что с моим отцом? Он там, наверху, на мансарде. Твоя сестра попросила меня прийти завтра и остаться на ночь. И я попрошу, сообщи мне, если будут какие-то изменения. Сейчас он отдыхает. Мои сожаления по поводу твоей мамы. Ты послушница, да? Папа? Она резала себе вены из-за всей этой херни. Он пытался ее остановить, но она набросилась на него. Анхела. Кто эта женщина? Не знаю.
Она нарисована кровью? Не знаю. Я была в университете. Почему бы тебе самой не расспросить у нашего семейного врача? Может быть, он поговорит с тобой? Он сейчас в состоянии шока и не хочет разговаривать ни с кем. Не хочу здесь больше находиться. Хватит уже, Наталья. Мама не спала с ним. Она жила на мансарде. Теперь и он не хочет выходить оттуда. Лучше будет, чтобы мои глаза его больше не видели. Каждый день к нему приходит медсестра, чтобы помыть ему задницу. Если хочешь, то сама. Да как ты смеешь такое говорить? Отпусти меня. Вот только не надо меня сейчас осуждать. Ты сама исчезла на 2 года. Ушла, не предупредив и даже не позвонив. Я не имею ничего общего с этим домом. Никогда не жаждал оставаться здесь. Я ушла лишь потому, что у меня появилось призвание. Вранье. Я сначала поверила, но потом поняла. Ты просто сбежала. Бросила меня тут одну, в заложниках с ними. О чем ты говоришь? Ты сама также видела, что что-то здесь есть. Мама пыталась что-то сказать мне, но не успела. И через 2 месяца она сошла с ума. И это не было какой-то болезнью Альцгеймера. А что это было? Казалось, она была одержима. Она запиралась постоянно в той комнате и говорила, что она доделает свою работу. Черная магия, колдовство. Ты бредишь из-за наркотиков. Посмотри на себя, какая ты бледная. Хорошо, ты права. Оставайся при своем мнении, а я ухожу. Куда? Как сказал папа, милосердие начинается прежде всего с самого себя. Клянусь, этот парень урод. Трахал все, что шевелилось. Да, но у него потрясающая энергетика. И он очень крутой. Но я думаю, если в тебе много дерьма, и ты конченый сукин сын, то полюбас, все вернется к тебе. Его немецкий дружок был найден мертвым в джунглях. Он был не немцем, Мара. Нет, он был в Швеции. Шведом был. Парня звали Яцек Славец. Правда, в новостях говорилось. Иностранец впал в кому в Икитосе, принимая перуанский наркотик. Так это же было в Ла-Пасе. В Ла-Пасе? Да, он хотел изгнать из себя демона и спрыгнул с колокольни церкви с голышом. Прям поэт. Прикинь, голым. Эй, будешь? Нет, спасибо. Уверена? Давай к нам, мы не кусаемся. Маура отстанет от нее. А ты правда девственница? Да, я девственница. Бережешь себя для боженьки.
А тебе какое дело? Это моя вера. А ты в курсе, что девственницы подвержены риску заболеть раком? Серьезно? Да не, это гон. Мне же надо было что-нибудь ляпнуть. Твои убеждения немного средневековые. У каждого есть свой мотив. И за ним что-нибудь скрывается. Мне нечего скрывать. Вера в качестве щита. Ладно, для меня ты скрываешь что-то. И я с удовольствием пробурился бы до истины. Придурок, да отстань от нее. Не трогай ее. Харе. Ты что делаешь? С ума сошел? Ты с ума сошел. Успокойся, Маура, не надо. Нет, ребята, нет. Твою мать. Хватит. Я тебя кончу. Прекрати. Прекрати. Успокойся. Чувак, мы же просто общаемся. Анхела. Так что же произошло? Неужто у нашего малыша встал на монашку? Ладно, клоуны. Я ухожу. Ты как? Говорила же, это не очень хорошая затея притащить этого придурка сюда. Ага. Ты теперь это скажи Анхеле. Ей кажется, что ритуал может чем-то ей помочь. Но перед этим надо понять, для чего он ей нужен. Либо это очередной повод из-за наркотиков. Давай. Нет, я в порядке, спасибо. Если оставишь так, то кровотечение не остановится. Давай я. Непорочная Наталья. Дева Наталья. Стой, куда ты собрался? Оставь ее в покое. Папа что-то скрывает от нас, поэтому и ничего не расскажет. К чему ты клонишь, Анхела? Когда ты уехала, я забеременела. За парнем, за которым я гонялась, исчез. Этот идиот думал, что он его отец. А кто был? Не знаю. Меня это как-то не колышило. Поняла только через 3 месяца. Нашла медсестру. Знаешь, как они это делают? Это было кошмарно. Игла внедряется в матку, и я чуть не сдохла от внутреннего кровотечения. А почему не обратилась к папе? После аборта матери становилось все хуже и хуже. Заперлась на чердаке и стала рисовать утробы, матки. Она не разрешала ему входить. Он ее убил. И сделал так, чтобы ты вернулась. Что? Ты бредишь, Анхела? Я знаю, что это не наши родители. Мне нужно понять, кто я и почему, черт возьми, мы были в этом доме все эти годы. Мы решили провести ритуал со священным растением в Тигре. Может, хоть это покажет, что они скрывали от нас. Пожалуйста, мне хочется, чтобы ты поехала со мной. Нет, Анхела, я на такое безумие не пойду. Но тебе тоже стоит узнать правду. Истина и заключается в том, чтобы ее скрывать. Завтра утром мы уезжаем.
Мама! 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 Папа? Папа? Тихо. Что ты сказала своей сестре? Чего ты хочешь? Чтобы она была такая же стерилизованная, как ты, да? Отпусти меня. Или ты ей завидуешь? Или ты сама этого хочешь, а? Хочешь? Знаешь, что я думаю? Что ты не такая уж и святая. А давай-ка проверим монашеские причиндалы. Проверим. Слушай меня внимательно. Если Анхела бросит меня, клянусь, я тебя убью. Сечешь? Это будет наш секрет. Ладно. А теперь я ухожу. Папа? Папа, ты меня слышишь? Папа, мне пора. С тобой все будет хорошо. Мне нужно позаботиться об Анхеле. Вернусь через несколько дней. Посмотри, как кто хочет к нам присоединиться.
Увидимся там. Нати, я же могу называть тебя Нати, да? Твоя сестра самая великолепная в универе, ты об этом знала? Лучшая студентка по психологии второй год. Да, пока не стала встречаться с этим идиотом. А зачем нам так далеко ехать? Это ритуал, Абель. Его надо проводить подальше от негативной энергии города. Не нервничай. Мы уже так делали, ничего в этом страшного нет. И вдобавок, там будет необычный шаман. А место просто удивительное, невероятное. Мы познакомились с ним год назад, когда писали диссертацию. Он перуанец, лечит психотропными растениями, но выращенных только в Амазонке. Из корней айауаска. Не знаю, слышали вы о таком? Ну и еще вдобавок из вечно зеленой чакруны, которая содержит много галлюциногенов. Так это же лекарство. Ну, не знаю. Мне шаман так сказал. Он лечит душевные болезни. Я лично агностик. Не в обиду, но... Для меня это путешествие в подсознание. То, что подавлено памятью. Наркотики — это бегство. Я еще ни разу не видела, чтобы они кому-то пользу приносили. Но это же не стандартные наркотики. Айауаска означает «лиана мертвых». Для коренных жителей лиана позволяет... Духу выйти из тела, не умирая. А ты пробовала когда-нибудь наркотики? Ну, типа алкоголь, сигареты, кофе. А где будет дух, если с лианой произойдет разрыв? С чего это произойдет разрыв, Абель? Ну, не знаю, если кто-то помрет. Если убьют во время путешествия, во время ритуала. Чё так смотришь на меня? Я не единственный припизнутый в этой группе. Асфальт, а мы после этого в больничку не попадем? В ту самую, где рубашки с длинными рукавами? Шаман следит за всем. Смотрите. Когда-то это был монастырь в начале века. Остался только вход. Аббатство находилось в центре острова. В 70-е годы все оттуда были изгнаны, а он стал сумасшедшим домом. Но монахи не сопротивлялись и оставались при нем. Сообщалось, что издевались над пациентами и проводили аборты. После он стал заброшенным. Странно. Они уже должны были быть здесь. И что? Что нам дальше делать? Не знаю. Давайте немного подождем. Подождем на той скамейке. Пошли, Нати.
Осторожней, не заблудись на те. Позвони ему. Звонила уже, не отвечает. Не допускайте забирать больше детей. Господь защищает и оберегает мертворожденных. Только крест укажет тебе свет, храбрая женщина. Святая Дева, защити невинных и тех, которые еще не родились. Здравствуйте. Вы присматриваете за этим местом? А вы видели здесь каких-нибудь детей? Мне снилось это место. Сейчас не очень благополучная фаза Луны, то, чем вы решили заняться. И один из вас врет. Эй! Богородица мертворожденных. Извини. Мой отец диакон, а мой брат священник. Слишком много религии в моей семье, и еще у меня аллергия. Это единственное место, где мне так спокойно. Нас никогда ни к чему насильно не склоняли. Несмотря на свое призвание, сама я не крещенная. Может, лучший способ найти свою религию? Почему ты с ними? Ты же не изучаешь психологию. Я учился, но бросил. Я по различным соображениям и причинам тоже девственник.
Это не то, что я сам так решил. Я родился с церебральным параличом, который разрушает мою нервную систему. Это редкое заболевание, типа как эпилепсия. И насколько я помню, меня запирали дома или на лечении. А мне становилось только хуже. Мне очень жаль. И Освальдо сказал, что это растение сможет помочь мне. Я... Я пока не верю. Ну, я тоже родилась с одним пороком. Иногда я вижу свет, ауру, исходящую от людей, которая ослепляет меня на некоторое время. Никогда не рассказывала это никому. Свет как свечение. Типа того. Но иногда не ослепительный. Иногда бывает черный, неясный. Так вот вы где. Нам надо идти, уже поздно. Я тебе говорю, что видела тут женщину. Как ты такое объяснишь? Нет, такое невозможно найти. Монашки оставили это место 20 лет тому назад. Сама не видишь, тут все заброшено. А откуда мы знаем, что они здесь? А если они вообще не перебрались на берег? У меня нет сигнала, видишь? Почему раньше не предупредил? Мне нужно позвонить домой. О, Господи. Идем, идем. Уже пришли. Смотрите. Открой дверь. Ты нас пустишь? Да вообще насрать. Ангел, постой, Нати. Нати, подожди, Наталья. Ангела. Привет. Что случилось? Он бесится. Шаман сказал, что ему нельзя его пить. Хватит. Отпусти меня. Ну что, не выкобенивайся, идем со мной. Отстань от нее. Не залупайся, сука. Нет, Маура, успокойся. Хочешь, чтобы я успокоился? Нет. Эй, ты что творишь? Отпусти, Маура. И что ты собираешься делать? Успокойся, успокойся. Завали свое табло. Отпусти ее. Да что с тобой? Если ты еще раз ее тронешь, то я клянусь, я убью тебя, Маура. Мара. Сдохнешь. И ты сдохнешь. Все хорошо. Сдохнешь. Тоже сдохнешь. Успокойся, Мара. Посмотри на меня. Все уже закончилось. Вы все уебки, блядь. Все нормально. Нормально. Ты в порядке? Да, ничего страшного. Все закончилось. С тобой все нормально? Да. Есть какие-нибудь новости от папы? Нет, у меня тоже пропала связь, как мы прибыли на остров. Спасибо, что приехала. Что это? Не знаю. У меня такое ощущение, что я уже была здесь. Шаман вас ожидает. Можно начинать. Пошли, ребята. Ребята. Ангела.
Возьми. Зачем? Не знаю, чтобы тебя защищало. Не надо, спасибо. Все будет хорошо. Надеюсь. Это какое-то сумасшествие. У Мары даже есть оружие. Наркотики, странные люди, нет связи. Слушай, вот тебе кое-что из реального мира. Только не потеряй. Это часы. Позволь. Как правило, их надевают на запястье и смотрят время. Спасибо. Только потом верни. А то я про них забуду, хорошо? Абель, возьми. Как бы в знак. Если кто-то не хочет участвовать в ритуале, самое время уйти. Сегодня будем исцелять ваши сердца, ваши мысли, дух и тело. Сегодня будем очищать ваши души. Здравствуй, Наталья. Это священное растение. Дверь в духовный мир. Все, что вы принесли с собой, откроется перед вашим взором.
Отпусти меня, моя сестра. Спокойно, это всего лишь айауаска. Это он. Он злоупотребляет мной. Папа, он за шкафом, и я его вижу. Это все из-за черной мессы. Пожалуйста, помогите. Это моя сестра. В этом ты не одинока. Я видел пророчество. Не бойся того, что ты увидишь. До свидания, Наталья. Пожалуйста. На помощь! Или они убьют еще кого-нибудь. Помогите, пожалуйста. Они за мной охотятся. Ей пытались сделать аборт. Положим ее там. Да, матушка. Быстрее, у нее уже схватки. Чистые полотенца, горячую воду, ножницы, марлю и спирт. Быстрее, быстрее. Слушай меня. Слушай. Как тебя зовут? Клара. Меня зовут Клара. Клара, я сестра Григория.
Тише. Успокойся. Я акушерка. Пожалуйста, сохраните ребенка. Да, конечно. Мы сохраним ребенка. И с тобой будет все хорошо. Ты должна мне помочь. Нет. Дайте мне умереть. Но только сохрани ребенка. Они поместили в меня дьявола. Он хочет забрать моего ребенка. Клара. 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 Свяжите ее. Быстрее, свяжите ее. Быстрее, бегом. Матушка, что происходит? Связывайте ее. Нет. Осторожнее. Быстрее. Клара, ты меня слышишь? Клара. 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 Клара, очнись. Я тебе не Клара. Ты блядская повитуха. Матушка, осторожнее. Я маханет, который пожрет твою душу и твое дитя. Не признаю монашек. Нет, нет, только не этой грязной занавеской. Быстрее, быстрее, ножницы. Быстрее, хватай ее ноги. Крепче, я не хочу причинять ей боль. Держите ее ноги. Ноги ее держите. Сильней. Я не хочу ее поранить. Монашка, она останется со мной. Клара, ты должна мне помочь. Тушься ради своего ребенка сейчас же. Она освободилась. Осторожно. Изыди, нечисть, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Святым крестом тебе приказываю. Я знаю, что ты здесь. Борись за своего ребенка. И что нам теперь делать? У нас ничего не получится. Все у нас получится. Нам надо поднять ее. Точно. Живи. Давай, сейчас. Клара, не дай ему забрать твоего ребенка. Мерзоуебищная повитуха. Ребенок и мать все равно умрут этой ночью. И ваша вера тоже умрет. Клара, борись за своего ребенка. Борись. Ты сможешь. Ты сможешь. Давай, тушься. Клара, тушься. Выходит, Клара, выходит. Ребенок идет. Она у меня, это девочка. Благодарю тебя, Господи. Я люблю тебя, доченька. Пожалуйста, прости меня. Прости.
ёбаная повитуха! Я крещиваю тебя. Я просвещаю тебя. Ныне ты теперь плоть от плоти моей. Анхела? Анхела? Анхела. Не подходи. Мара, успокойся, это я, Наталья. Успокойся. Он здесь. Он не выпустит нас. Кто? Дьявол. Я принесла его с собой, чтобы уйти к своему отцу. Отдай мне пистолет. Он моего отца. Мара, отдай мне оружие. Он был в его шкафу. Отдай мне оружие. Он умер легкой смертью. Мара. Мара, пожалуйста, отдай мне пистолет. И он сказал мне, что я не смогу идти, пока не закончу то, что начала. Мара, пожалуйста, отдай мне пистолет.
Сесиль, я вырву тебе язык, поняла? Нам нужно сейчас же выбираться. И я этого не делал. Где Анхела? Что ты с ней сделал? Отпусти меня, где она? Я не знаю, где она. Я слышал крики, услышал голос Анхелы. Я вошел, увидел ее. Она была уже такой. И сейчас я не знаю, где она. Что ты с ней сделал? Ничего я с ней не делал, ничего. Ах ты, блядь. Я не знаю. Не знаю, где она. Абель. Наталья. Что случилось? Я очнулся и нашел ее там. Нет. Анхела. Что нам делать? Он заманил нас сюда и теперь не выпускает. То, что я выпил, напомнило мне, кто я такой. Он здесь. Внутри меня. Этот голос, который я слышу с детства, он не мой. Он всегда меня называл тараканом, как и мой отец. Ты должна уйти, Наталья. Ты знала, что на этом острове проводили демонические ритуалы. Меня привозили сюда, чтобы исцелить, когда я был еще ребенком. Ты куда пошла? Все, что вы принесли с собой, откроется перед вашим взором.
Сейчас ты почувствуешь всю мою сладость, моя невинность. Ты теперь будешь мне служить, как когда-то твоя мать служила. Говорил же, это был не я. Нет. Ублюдок. Выродок. Ты ее убил. Убил Анхелу, гнида, блядь. Это не Абель, сгинь. Тварь ты ебаная. Отпусти меня, псих. Пожалуйста, позвоните в полицию. Нам нужно выбраться отсюда. Он всех убил? Мы в большой опасности. Успокойся. Сюда он не придет. Вы не понимаете, он сошел с ума. Не сошел он с ума. Он одержим демоном. Люди, как его отец, приезжали на этот остров, чтобы совершить дьявольские ритуалы и принести в жертву младенцев. Ты проклята, Наталья. Ты сама пережила сатанинский ритуал. Откуда вы знаете мое имя? Тебя крестили здесь. Но я не крещенная. Кто вы? Сам дьявол прикоснулся к тебе и сделал тебя особенной. Я знала, что ты вернешься. Наталья. Пришло время, чтобы принять его дар. Клара, ты должна мне помочь. Тушься ради своего ребенка, сейчас же. Ребенок и мать все равно умрут этой ночью.
И ваша вера тоже умрет. Борись за своего ребенка. Душься. Ты можешь. Ты можешь, Клара. Душься. 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 Выходит, Клара. Я люблю тебя, доченька. Пожалуйста, прости меня. Только крест укажет тебе свет, храбрая женщина. Она попросила меня, чтобы я тебя спасла. Значит, моя сестра была права. Зачем мне все это? Дьявол привел тебя сюда, и ничто не остановит его. Рано или поздно тебе бы пришлось встретиться снова. И история будет повторяться. А почему он не убил меня, как других? Чтобы вернуть то, что он утерял, когда ты выжила. Ребенка. Как зовут мальчика? Абель. Абель тоже девственник. И это не случайно. Он также жертва. Недаром ты его чувствуешь. Что? Те же самые силы, которые удерживают вас, это и есть тот самый ключ к освобождению. Это всеобщий закон. Абель, ты его погибель, и ты его спасение. Вы обречены, если друг друга не полюбите. Он убил мою сестру и пытался меня изнасиловать. Демон убил твою сестру. А не Абель. И у тебя есть дар, чтобы предвидеть все наперед. Абель. Когда демон снова проявится, мы его поймаем и завершим наш ритуал. Какой ритуал? Тот, который начался с его кричения. Ритуал изгнания нечистой силы. Демон предвидел и дал тебе имя. Наше имя — это наши личные данные. Оно также играет демоническую роль, если мы его потеряем. Поэтому нам надо восстановить его. Абелем он овладел с самого его рождения. А Яуаски не пробуждал в нем дьявола, а разбудил ребенка, который в нем спал. Это и заставило его восстановить свою память. А Айауаски изгонит остатки дьявола из его тела. Наталья, нам не стоит останавливаться.
Он здесь. Подержи. Призываю тебя во имя света и жизни. Призываю тебя, мать природа, старая и мудрая, вместе с матерью землей, с Пачамамой и со всеми сущностями, которые живут внутри тебя, а также и во мне. Дайте мне силу. Что вы делаете? Границу между ним и нами. Так он не сможет ее пересечь, пока демон в нем. Этот круг — наш оберег. Не выходи из него, когда он проснется. Прошу вас, дайте силу этому кругу из соли, чтобы удержать змея. И чтобы его злые силы оказались в ловушке этих границ. Давай. Вот этот экзорцизм проводится наизнанку. Священное растение, в нем найдешь ты свет. Тебе нужно будет заставить его выпить очень быстро. Я? Да, это сейчас между вами. Иди. Айауаска, мать природа, защити разум, сердце, дух и тела этих невинных душ. И дай им силы, чтобы обрести свой свет. Освободи их от всякого зла. Быстрее, уходи! Я изгоняю тебя, дух нечисти из дьявольского легиона. Выйди, оставь это тело и душу, созданного по образу и подобию Бога. Дай мне выйти, повитуха. Это дети Бога. Я приказываю тебе их освободить. Они родились с моим климом. И кто же претендует на него? У тебя нет такой власти, старуха. Как твое имя? Бог-Отец повелевает Сыном Божьим. Духом Святым управляет всеми стихиями природы. Ибо святое знамение креста — символ всей тайны мироздания. Наталья! Он пожирает меня изнутри. Прошу, помоги мне. Нет, пожалуйста.
Ты что, дала мне выпить? Святую воду. Не ври, повитуха. Она святая, потому что произрастает из священного растения, которого ты не признаешь. Думаешь, оно сможет причинить мне страдания? Оно не для тебя. Оно для Абеля. Таракана больше нет. Он всегда был насекомым, и теперь он раздавлен. Но для начала будет целесообразно выебать вон ту шкуру. Твои заклинания бесполезны, пизда ты старая. А твою сеструху я каждую ночь насиловал и пожирал ее бездушного ребенка. Неправда. И я проделаю то же самое с твоим. Не слушай его. Твоего крещения не наступит никогда, демон. Господь этого не допустит. Кашляй камнями, женщина. Это всего лишь четвертичное состояние, которое я от тебя веду. Какое имя ты дал ей? Ты мерзкое животное. Или остановить меня, повитуха. Ибо я также в ней. Единение наше неизбежно. Давай, иди же ко мне. Давай сделаем это перед повитухой. Ты не отнимешь ее у меня. Это растение священное. Дверь в духовный мир. У тебя иной свет, Наталья. Душа находится в глазах.
Абель. Наталья, твой свет может обратить вспять то зло, которое сделали с тобой. Абель. Muy oscuro acá adentro. Мне удалось выкрасть у него твое имя. Люциферина. Это имя твое. Я спас тебя. Уходи. Сейчас же уходи. Те же самые силы, которые удерживают вас, это и есть тот самый ключ к освобождению. Абель, ты его погибель и ты его спасение. А почему он не убил меня, как других? Чтобы вернуть то, что он утерял, когда ты выжила. Ребенка.
Я здесь. Бога больше нет среди нас. Теперь и нас оставили в покое. Как Адам и Ева в раю. И змея. В нем нету больше света. Таракан умер. Мне снилось это место, но во сне этого не было. Thank you.
Абель? Абель? Абель, посмотри, это я, Наталья. Я же сказал, что насекомое сдохло. Если он умер, почему у тебя крест, который я ему дала? И ты раскрыл мое имя. Теперь я знаю, кто я. Я Люциферина, несущая свет. Я призываю его своим именем. Я тебе не принадлежу. Я принадлежу тому человеку, которого я люблю. Абель. Я знаю свое имя, и имя твое. И именем твоим тебя изгоню. Сын Дри, создатель рассвета. Владыка света, я изгоняю тебя, Люцифер. Ты больше не несущий свет, ты просто тень. Наталья. Здравствуй, Наталья. Вы должны мне помочь, уберечь нас двоих. Прежде чем они не нашли нас. Не волнуйся. Ты в надежных руках. Young Forage, Heinz Adan.
Перевод Куценко. Закадровый текст читал «Даты нет». Chacruna, Jaya Yahuasca, Jaya Yahuasca.